Проблемы повышения производительности труда обсудили в Лихославльском муниципальном округе. Ареной для дискуссии стали сразу два местных предприятия. Поэтому в разговоре приняли участие не только представители менеджмента, но и простые рабочие. 4 года назад в нашей стране стартовал нацпроект «Производительность труда». Стартовое совещание, прошедшее сразу на двух лихославльских предприятиях, стало одним из ключевых этапов реализации. В дискуссии приняли участие как руководители производств, так и рядовые сотрудники. Таким образом, диалог получился максимально плодотворным. На сегодня это, пожалуй, наверное, один из важнейших, может быть, самый востребованный и наиболее перспективный инструмент для поддержки нашего промышленного сектора. Наш проект «Производительность труда» реализуется на производствах 5 ключевых отраслей. Это обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, строительство, а также торговля. Среди предприятий-участников и фирма «Электролайтинг», на которой состоялось одно из совещаний. Этот проект нам очень важен. Мы от него ждем сокращения процесса, сокращения, улучшения культуры производства на рабочем месте, сокращение потерь, сокращение незавершенного производства, улучшение условий труда у рабочих на рабочем месте. Напомним, что в настоящий момент в наш проект «Производительность труда» вовлечены 3924 предприятия из 78 субъектов Российской Федерации. 15 из этих производств представляют Тверскую область.